дегустации, фиг его знает где, вот где-то вот здесь. Короче, мега какая-то длинная дверь. Мы случайно сюда заехали. Не надо... Биологическое оливковое масло, да? Угу. Чтобы запустить процесс перед потреблением вина. Тут не все так просто. У нас уснул ребенок, и мы накрыли его одежды, которые купили. Просто голодные, мы можем сожрать все палки здесь сейчас у него и выпить. Мы еще голодные, безумно просто. Сейчас мы его и спросим про таверну. Он же должен знать таверну. Где можно пожрать? Ну, ехать долго до сюда достаточно. Ну, не относительно. Ну, смотри, с 11 до 7 работают. Но место очень раскручено, потому что там сертификат треповизора. Ну, я нигде не слышала ни его. Три сорта винограда, которые растут только в этом регионе. Спасибо, что перевел на меня. Прям легко-легко. Вкусно-вкусно. Слушай, на голодный желудок надо голодать, что делать? Времени 5, мы не ели с 9. Да. Главное, что мелкий не ел. Знаешь, еще цену мы сразу знаем. Вон там стоит. Нормально цена? Ресторан, ты слышал? Да, это я поняла. Name of the wine, Teodora, it's a Cadu de Dieu. Я боюсь просто реально. Просто я тоже приготовила, что сейчас 4 вина будет. Ну, я не пью сейчас, но оно очень легкое. Это второе розовое. А сделано из кастифали и мантилари. Переведи ко мне. А греческий виноград. Критский виноград, даже не критский. И тут тоже критский. Да, это виноград. И тут тоже критский. Тут понятно, дело, если на крите делаешь. Нет, пойми, просто существуют там такие сорты виноградов, как шато там. Нет, не шато. Ну, типа кьянти, тоже типа местность. Нет, короче, это плохой пример. Сейчас, типа мерло. Мерло – это виноград, который растет везде, а это типа только здесь. Прикол именно в этом. Но в другой сейчас будут наливать или в этот, который мы должны выпить были, да, все? Я же четвертое вино не определю, ли, если сейчас выпить. А, сливать вон в тот, сливай. Стась, не пей, сливай, ты не поймешь все четыре вкуса. Я тебе серьезно говорю, ты не... Потому что я была, когда на Брау-Дюрсо, мы глотку делали, мы еле вышли потом. Ну, жалко сливать, это что, вообще, что ли, было? Сливать его на ногу. Что ты жонни? Все, четвертый вино, ты взлетаешь. Так, значит, короче, я пьяна после первого глотка. Да, прикол в том, что... Я поняла, короче, что один день... Вот два... Подожди, правильно я перевела с английского, что он сказал? Значит, два сорта... Вина розовый и красный. Красный для цвета добавляется виноград и выдерживается 2 недели. А вот тут я не уверена, розовый один день, он сказал, или как? Да, один день кожура от винограда. Это получается розовый, виноград. Да. И вот эти кацифали и мантилари, короче, они это здесь, сорты здесь, винограда. Да, это сорт, они просто выдерживаются. Все, пробуем. Ну, покрепче. Ну, не покрепче. Но мне уже все крепко.
Ну как? А еще мы узнали крутую таверну в 5 минутах, 2 километрах отсюда. Сейчас пойдем. Опять мега сейчас пожрем. Да, традиционно. Идем жрать. Снова. Давай рассказывай, что ты думаешь о вине. Мне кажется, пустовато. Ну, а по мне крепко. Ну, уже для меня крепко. Красное, наверное, откроется. Красное вино, вот это вот. Да. Тема-то другая. Короче, виноград стержень красный в кожуре, то есть цельнозинь, и потом выдерживается в дубовой, сколько я не во понял. Во французской дубовой бочке, не знаю, что это значит. Я думаю, что у нее с переводом. Почему просто из французского дуба бочка сделана? А что за французский дуб? Во Франции же растет, живет, пробует. Yes. 7 лет выдерживается, что ли? Бочки-то. Он, по-моему, тоже про 7 лет говорил. В 2007 года, если я. А не, она уже потом раздавает. Безумно. Бланк, Роже. Угу. Вообще, все. Я не знаю, как мы поедем отсюда. Руж. 7, 8. No problem. Ты французский? Лена будет смотреть видео, поймет, что они по французскому говорили. Потом в комментариях. Лена, а слышишь, в комментариях пиши. Последнее вино на сегодня. Прям когорного типа. Даже какой. Ой, да, сладенько. Это значит, у нас натуральное сладкое вино, которое 10 дней на солнце. Без сахара, без единого добавления сахара. Оно высушивается. Он сам набрал сахар, он высушился, да, виноград 10 дней сушился, и получилось типа сладкое вино. Ну, пробуй. Do you want фотография? With you. She wants to photo with you. We are writing the video and after that we will take the photo. We ask you. Ah, it's video. I'm sorry. No, no, there's no problem. No, it's all right. Thank you very much. Пробуй. Господи, как ты можешь пробовать вообще? Я уже не могу. Четвертое вино? Безумно вообще. О, вот это крутое. Он сказал, что она идеально подходит для фуа-гра и сыра с плесенью. Ну, мы как раз такой каждый день почти едим. Это как бы рацион. Блин, вообще нереально вкусно. Она самое дорогое. Yeah, my name is Yanis. Yanis, I know it. Yanis, it's like Ivan. Still Yanis. It's rather popular name. Yeah, the business is 4 generations. Oh, I see. It is about 150 years. Yes? No, 100. In total, the farm it's 7 hectares. Uh-huh. And every year make about 20,000 bottles of wine. Of all wines? White wine? White, yes, all together. And 2,000 liter olive oil. Mm-hmm. And the wines and the olive oil is ecologic. Mm-hmm. 2 weeks ago, it's over the harvest. Harvest by hand, finish. I see the grape is under the, like the sheep in, we go upstairs and it is... No, this is, it's no good grapes, no harvest. Harvest, no. the grapes come in this machine. This is a separator. Separate the berries and mm-hmm. the stems. Mm-hmm. The white berries, to make the white wine, go directly in the press. Mm-hmm. After pressing, the juice go in the tanks to fermentation. And the skins go back in the vineyard and make compost. Mm-hmm. For the grapes? Fertilize. The red grapes, after the separator, go the berries to keep in the tank mm-hmm. to make the red color. The red color on the skins. Mm-hmm. One day the rosé, 2 weeks the red, yes. The white wine, the rosé wine, it's a young wine. Mm-hmm. After 5 years... Little spiking, yes? Yeah. Little spiking. It's a young wine, it's sparkling, mm-hmm. bubble. Yes. After 5 months, ready to go in the bottling commercial.
The red, it's an old wine, in total several years holding, and after going commercial. And how long it in the barrels? 2 years. 2 years in the barrels? The first then time. In the... No, 2 years, the first 2 years here in the tank. After 2 years in the French oak barrels, after come again 2 years in the tank, and 1 year in the bottle. I see. And 207, the bottle of wine. Yeah, yeah. This is the last harvest, now fermentation. This is 2 years ago. I see. This is 2008, next year. The next year. In this year, going to hotel, and next year in commercial. This is the white. The white, every year, the white every year is going year. To the bottom and go to the... Rosé and the sweet. It's very interesting. It's cold fermentation. Переведи. Холодная ферментация. Bottling. I see. It's the wine from the tank. You put it to the tank? No, pipe. Connect here. Understand. And after, like, Karova Vina. Пробка. Этикетка. Так это лучше. And what is the... Масло. Come to... Паюха. Понюхать. Вы знаете самые интересные слова. Ну и цвет есть. Бананье. Очень вкусно. This is the same to taste. And this is goes like this. Yes. Yeah. The harvest in December, January. It's a big by hand down the tree. It's the nets. I usually go with this to say. And then into the nets, and then take to it. To the nets in the sack. Here in factory, go up. This machine separate the olives and the leaves. Go down, break, and make like paste. And then the press? No press now. New technology. Nagami. Centrifuge. I see. Press, break the skins, the seed. It's the material. More bitter. Now it's smooth, very aromatic. I understand. And here exit. For the family secrets of making wine and olive oil. Wine, yes, the olive oil, no. It's just press.